С нами сегодня светский обозреватель Ливан. Ливан, скажи, как тебе Эстет Fashion Week в этом году? Ой, я как раз-таки вот последние 3 года не был, вот в этом году за эти 3 года впервые пришел в качестве, буду сегодня как модель. Прекрасно, все хорошо, в России мода развивается и прекрасно, я буду сегодня в качестве модели. А у какого дизайнера будешь ходить? Сегодня участвую Наталья, это потрясающий дизайнер, у нее много регалий, у нее, кстати, нет пока мужской коллекции, вот только на мне, вот она вот в следующем показе, обязательно у нее будет подготовка мужской коллекции, надеюсь, в моем гардеробе обязательно появится. То есть ты пока единственная мужская модель, да, у нее? Вот, да, вот я пока единственный мужчина, в ее работе выйду и уже к следующему показу она пообещала полноценную коллекцию. А как тебе вообще ее коллекция, в каких словах ты бы мог бы ее описать, какие впечатления? Ну, вы знаете, она действительно потрясающий дизайнер и прекрасная коллекция. Это не похоже на другие какие-то, на другую какую-то одежду, не похоже на других дизайнеров. Она мне нравится в том, что она индивидуальна. А индивидуально в каком смысле? Во всем. В лекале, в ткани, в пиджаках. У нее очень много меха. Во всем. А еще у кого-нибудь будешь ходить на показ? Нет, нет, я уже давно отходил свое, на неделю моду приглашали, но уже немного, наверное, не тот возраст, чтобы по подиуму ходить. Я уже в том статусе, в том состоянии, когда я могу сам выбирать, куда мне ходить, по какому подиуму, по какому нет. А по какому хотел бы пройти? Уже почти ни по какому. А за границей, если, например? Ну нет, ребята, я же не модель. Когда-то я карьеру начинал как модель, как фотомодель, но с тех пор уже столько воды утекло, я больше себя позиционирую как журналист, как телеведущий, как светский обозреватель, но никак как не модель. Хорошо, а какие планы на 2019 год? О планах я говорить не буду, они грандиозные, и я думаю, что все степом все будет сбываться. Главное верить в мечты, верить в свои планы, посылать далеко в космос, и это все вернется. А хорошо, пожелай что-нибудь нашим зрителям. Вашим зрителям желаю хорошего настроения, наблюдайте за прекрасными репортажами, спасибо вам. Спасибо вам большое, всего доброго.